Всем здравствуйте, меня зовут Анна, я специалист по рекрутингу и тренингам работы AI. Мы занимаемся трудоустройством молодых людей с низкими стартовыми возможностями. Работаем мы в Петербурге, но также есть коллеги, которые работают по нашей технологии сопровождаемого трудоустройства в других регионах России. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как найти работу, как начать свой карьерный путь, как подготовиться к трудоустройству, какие этапы включает в себя, да, трудоустройство, полный цикл, и какие вакансии востребованы на рынке труда. Можешь я переслать мне это в друзьях? Где искать работу? Я думаю, что вы, молодые люди, довольно прогрессивные, все, кто нас слушает, да, и наверняка знаете хотя бы несколько ресурсов для поиска работы. Но все-таки есть не самые очевидные, и вот сегодня хотела бы поговорить обо всех источниках, да, где можно найти вакансии интересные для себя. Ну, самое первое и самое популярное — это, конечно же, сайты для поиска работы. Я думаю, все знают, да, самые популярные сайты — это HeadHunter, SuperJob, Работа России, Авито сейчас тоже. Вот, достаточно много сайтов, на всех на них вакансии размещаются множеством работодателей, и многие из них, из вакансий, да, перекликаются на этих работных сайтах. Но в целом, на самом деле, сейчас это довольно популярный, да, и самый, наверное, популярный источник поиска работы. Также очень хороший вариант, проверенный вариант, да, и доступный для всех, даже для тех, да, по каким-то причинам нет доступа к интернету или, может быть, нет желания, да, разбираться в работных сайтах, это спросить у знакомых. Это довольно прекрасный, да, источник, потому что знакомые ваши, да, друзья, педагоги, коллеги, приятели по интересам, конечно, подскажут вам наиболее приятные, да, варианты вакансий, варианты работ. Возможно, они работают уже в таких компаниях, да, на конкретных должностях, которые, может быть, вам тоже предложат. И, конечно, они знают изнутри, как работает компания, какие обязанности есть на той или иной должности, и плохого вам не посоветуют. Организации, которые занимаются помощью в трудоустройстве. На самом деле, таких тоже довольно много. Такие организации, может быть, как мы, да, другие благотворительные фонды, и, в принципе, на самом деле довольно много есть ресурсов, да, которые помогают вам именно в помощи, помогают именно найти работу, да, по интересам. Возможно, да, это те же, например, карьерные отделы, да, карьерные сайты во всяческих образовательных курсах. Практически все сейчас предлагают помощь в трудоустройстве после того, как вы завершили тот или иной обучающий курс. И всеми этими возможностями нужно обязательно пользоваться, искать такие организации, которые в большинстве своем на безвозмездной основе помогают в трудоустройстве. И они подскажут, возможно, конкретно вашей специфике, да, в специфике направления, в котором вы ищете работу, да, например, в творческое направление, там свои правила поиска работы и свои нюансы, например, портфолио нужно правильно оформить, да, может быть, какие-то проходить, те же, не знаю, кастинги, да, дополнительные этапы, которые, например, в других сферах, да, не актуальны. И, конечно, вам помогут получше подготовиться к трудоустройству абсолютно на всех этапах, да, в трудоустройстве, в адаптации организации, которые занимаются этим на профессиональной основе. Телеграм-каналы. Про что здесь хотела бы говорить? Это не просто каналы, например, где размещают множество вакансий в разных абсолютно направлениях. Я скорее здесь хотела бы обозначить профессиональные сообщества. Это тоже такие так, кружки по интересам своеобразные, да, где можно найти вакансии именно из сферы, которая вам интересна. Там, например, у IT-специалистов они пользуются спросом, у HR-специалистов, возможно, в творческой сфере, да, дизайн или другие диджитал-вакансии вы можете там найти. Также, кроме того, да, что размещаются такие вакансии, узкоспециализированные в подобных телеграм-каналах, профессиональных сообществах, там же вы можете обмениваться, в принципе, и рекомендациями, да, например, ваших коллег,
которые также ищут работу, да, в вашем резюме это могут поделиться те, кто состоит в этом профессиональном сообществе. Таким образом, работодатели ищут интересных для них кандидатов в таких телеграм-каналах, и довольно активным они спросом пользуются у именно HR-специалистов, да, у специалистов, которые ищут себе кандидатов, да. И также довольно неплохо можно себя прорекламировать в таких профессиональных сообществах, описав свои навыки, личностные качества, да, может быть, показав какие-то работы ваши отличительные, вот, и тем самым найти для себя работодателя, да, найти для себя интересную вакансию. Обычно в таких профессиональных сообществах еще и делятся опытом довольно щедро специалисты, которые уже имеют большой опыт работы в той или иной сфере, вот, а вы, соответственно, можете задавать там вопросы, чтобы все самое интересное, да, и, может быть, узкоспециализированное узнать все секретики. Сайты компании, которые вам нравятся. Тут конкретно я имею в виду раздел конкретный на сайтах компании. Это карьера, да, обычно есть такой раздел или работа у нас, или вакансии в нашей компании. Суть в том, что вы выбираете компании, которые нравятся именно вам, которые чем-то вам откликаются. Может быть, корпоративная культура, может быть, посыл, который несут эти организации, эти компании, и вы хотите реализовать себя, да, свой потенциал именно в той или иной компании. Поэтому это на самом деле для работодателя большой успех, когда соискатель, да, человек, который ищет работу, пришел именно к нему в компанию, потому что сама суть, да, компании ему нравится. Вот, поэтому советую тоже пользоваться таким инструментом. Обычно на таких разделах, да, карьера на сайтах разных самых компаний можно прикрепить свое резюме, оставить анкету и с вами обязательно свяжутся. Даже если нет подходящей вакансии, обычно можно прикрепить там свое портфолио, да, тоже резюме, и, возможно, как только вакансия откроется, да, в той или иной компании, даже еще не будет размещена на карьерных сайтах, на сайтах для поиска работы, а уже ваше резюме возьмут, да, ознакомиться с ним и, возможно, пригласят вас одним из первых кандидатов на ту или иную должность. И профессиональные соцсети, на самом деле, это тоже для узкоспециализированных специалистов. А в творческой сфере наверняка есть профессиональные соцсети. Вообще, в принципе, в цифровые вакансии, да, работа, связанная с диджитал, размещаются вакансии, да, также в профессиональных соцсетях. Это может быть LinkedIn, Facebook, ВКонтакте, да, и другие социальные сети профессиональные или профессиональные группы там, например, да. Не обязательно сама сеть, чтобы была профессиональной. Так как мы по большей части сейчас говорим про работу, да, и про то, как начать карьерный путь свой, как найти классную работу молодым людям именно без опыта работы, да, ну, даже, может быть, не молодым людям, но тем, кто хочет начать карьеру в новом для себя направлении, да, это все равно будут молодые специалисты в данном случае. И по опыту нашей организации мы занимаемся помощью в трудоустройстве именно этой категории, людям, которые не имеют продолжительного опыта работы. Им гораздо сложнее найти, конечно, работу, потому что самое главное, наверное, что работодатели все хотят увидеть, да, у кандидата, который ищет работу, это опыт, да, но опыт получить тоже где-то нужно, и поэтому есть определенные позиции и определенные сферы, в которые можно легко зайти, да, то есть сферы, которые открыты для людей без опыта работы. И это такие сферы на нашем опыте. Продажи, ритейл, питание, административный персонал, это клининг, логистика, производство и на самом деле другие сферы, которых нет на этом слайде. Здесь скорее мы, опираясь на наш опыт, как бы выделили эти сферы, потому что уже много лет трудоустраиваем молодых людей без опыта работы, да, именно в данные сферы, потому что в этих сферах открыто много вакансий и много возможностей найти себя, да, без определенной квалификации и опыта работы. То, с чего можно начать, грубо говоря. А далее уже сами решаете, да, будете ли вы продолжать работать в данных сферах или получите определенный опыт работы и перейдете, например, в совсем другую сферу. Это решать уже, конечно же, вам, да, по мере, там, не знаю, получения образования, определенного опыта работы.
работы. Вы, естественно, можете там сменить сферу, да, или получить развитие в тех сферах, которые вы выбрали как первое место работы. Бывает у всех по-разному. Почему написала и другие? Потому что стартовые позиции, да, позиции, где не требуется определенный уровень образования, например, законченное образование любого уровня, высшее образование или среднее специальное профессиональное образование, конечно, можно получить в любой сфере. Главное искать такие вакансии, да, где не требуется определенный опыт работы, а есть возможность, например, обучение и развитие уже в процессе работы. Да, то есть вы устроились на позицию, например, стажера, ассистента, и вас обучают в процессе работы. Вот, конечно, такие вакансии, они предлагают высокую заработную плату, но дают гораздо больше в плане опыта, развития компетенций, да, ваших умений, знаний, навыков, и дают хороший старт. Жирным шрифтом выделены сферы, в которых наиболее большое количество вакансий, да, размещено для молодых людей без опыта работы, для молодых специалистов без опыта работы. Это ритейл, логистика и производство. И это только сферы, куда требуется большое количество персонала, да, которые заинтересованы в том, чтобы развивать своих специалистов, да, молодых. Ну и не только эти сферы, да, как я уже сказала. Вот примеры вакансий из тех сфер, о которых мы поговорили на прошлом слайде. Какие могут быть вакансии? Да, вот здесь вы можете посмотреть примерный уровень заработной платы, который предлагают компании в этих сферах. И это реальные вакансии. Вот вы видите на них эмблемы работы А. Это те вакансии, которые мы предлагаем для молодых специалистов без опыта работы, без квалификации, как стартовые, то, с чего можно начать. И это могут быть вакансии как вот, там, не знаю, на производстве, в офисе, так и удаленные. Вот сейчас мы поговорим про вакансии, где нужно там прям физически ходить на работу, а на следующем слайде поговорим про удаленные примеры таких же вакансий. Например, специалист склада. И здесь, на самом деле, вот вы видите график работы, да, который предлагает и полную и частичную занятость, уровень заработной платы, и обязанности здесь не описаны, да, и требования. Потому что они довольно базовые, довольно простые, и действительно, ну, на всех позициях, да, обязанности разные, естественно, но основное их отличие, точнее, сходство, да, этих вакансий, это то, что самое главное, что требуется от вас, как от человека, который ищет работу, это желание работать, ответственность, да, минимальный такой набор навыков мягких, ответственность, пунктуальность, да, умение, способность приходить вовремя, выполнять задачи вовремя, не бояться учиться, да, чему-то новому. То есть это вот такие гибкие, мягкие навыки, о которых тоже сегодня мы с вами поговорим, которые необходимы для трудоустройства на эти вакансии. Очень редко, но вот на подобных вакансиях, да, которые без квалификации и опыта работы готовы рассматривать людей, соискателей, да, требуется, например, очень редко образование какое-нибудь законченное, да, например, среднее профессиональное или среднее специальное образование может и требоваться, действительно, такое бывает, но часто это не главный критерий, поэтому пока вы проходите обучение, пока еще не окончено у вас какое-либо образование, пока не имеете опыта работы, вы уже можете идти и начинать работать, например, на неполную занятость, на гибкий график, совмещая, например, работу с учебой или, ну, там, может быть, на полную занятость, да, кто-то может работать, обучается заочно. В принципе, уже сейчас идти работать, да, вот по подобным вакансиям. Специалист склада, да, это вот на производство требуется или в логистическую компанию. Помощник кладовщика, это у нас позиция в ритейл. Возможен график от 4-5 часов в день. На самом деле, редко где можно найти такой, ну, небольшой, да, рабочий день от 4-5 часов в день. Вот. Но такие вакансии существуют. Это, ну, так называемая подработка. Но на самом деле некоторые люди, да, могут работать всего там, не знаю, до 6 часов по состоянию здоровья или просто имея какую-то другую работу, может быть, или там учебу, да, то есть вы для себя, конечно,
понимаете, насколько вы готовы работать, да, сколько вы готовы работе уделять времени, и уже исходя из этого ищите вакансии. Оператор по работе с клиентами, да, например, вы тоже на полный рабочий день требуется заработная плата, так повыше. Про заработную плату, то, что вы видите на слайде, это в Петербурге вакансии, да, прошу заметить. Вот, в регионах, конечно, ситуация может отличаться. Помощник повара тоже стартовая вакансия, администратор коворкинга для коммуникативных, да, молодых специалистов, кто хочет или развить свои коммуникативные навыки, или уже очень активный и хочет, например, еще и прокачать этот навык, да, коммуникации. Можно выбирать для себя такие, да, позиции, как администратор, вот оператор по работе с клиентами, может быть, даже пойти в продажи. То есть, конечно, все зависит от вашего желания и от тех вакансий, да, которые есть на рынке реально труда. Важно отталкиваться от того, что есть, и уже в совокупности с вашими желаниями, да, там, принимать решение о работе. Потому что много мы сталкиваемся, конечно, часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда очень хочется на старте много зарабатывать, молодым людям, кто еще, да, только начинает свой карьерный путь, при этом работать небольшое количество часов, вот, но амбиции — это прекрасно, и на самом деле такое возможно, когда вы, например, наберетесь опыта, да, и сможете предложить какие-то уникальные знания, да, какие-то уникальные навыки, и действительно можно работать мало и зарабатывать много, это прекрасно, но важно отталкиваться от рынка, да, от того, что есть, какие предложения есть у работодателей, и как бы соответствовать им, да, минимальным своим набором навыков, соответствовать все равно каким-то требованиям, которые есть в вакансии. Вот, поэтому привожу в пример такие, может быть, для кого-то не самые там желаемые позиции, да, не работа мечты для кого-то, но это то, с чего можно начать и приобрести определенный опыт работы, с которым вы дальше можете переходить на более серьезные, классные должности. Вот. А особенно, чем раньше начнете, да, тем больше опыта вы можете получить, да, там, не знаю, к своим 20-30 годам вы можете набраться уже вот так много опыта, что вам там любое направление, да, уже наиболее интересное вам будет по зубам. Вот, поэтому чем раньше будете начинать работать в разных сферах, узнавать что-то новое, знакомиться с людьми новыми, развивать себя, тем больше, тем проще вам будет потом устроиться на практически любую работу, да, куда вы захотите, имея определенное количество навыков, компетенций, да, которые требуются для этой работы. Как можно зарабатывать, уже начинать, да, молодым специалистам без опыта работы удаленно? Здесь я тоже привела в пример одну нашу вакансию, ассистент в отдел по работе с персоналом, поддержка обучения. Это реальная вакансия тоже в одной из крупных организаций, которая у нас была, куда мы рассматривали людей без опыта работы, но со знанием хорошим компьютером. Естественно, ну и программ, да, там Word, Excel, PowerPoint. Здесь конкретно в этой вакансии была специфика еще такая, что нужно было переводить и адаптировать тексты с английского языка. Вот, поэтому если вы знаете языки, да, или имеете какие-то другие навыки, которые, может быть, не очевидно, что пригодятся в работе, обязательно тоже важно это учитывать. Если что-то умеете, значит, найдется вакансия, где вы сможете это применить наверняка. Вот. Здесь, то есть достаточно было знание определенное, да, достаточно базовое английского языка, знать Excel, Word, что, ну, тоже довольно не сложно бывает, особенно для молодых людей, кто на «ты» с компьютером, вот, и все, и можно было устроиться вот на работу с, конечно, определенным графиком, да, это с 9 до 18, стандартная пятидневка, это не гибкий график, тут было сложно совмещать, например, какую-то другую деятельность с работой, но, тем не менее, работать из любого уголка, да, мира, страны, вот, и, ну, получать довольно неплохую зарплату для старта, то есть для этого количества и уровня навыков, да, зарплата довольно неплохая. Вот еще пример вакансий, которые я уже нашла в открытом источнике, тоже для людей без опыта работы. Например, это журналист-копирайтер, где тоже довольно
минимальные навыки нужно иметь, да, чтобы работать на этой должности, писать тексты и иметь интерес, да, к этой сфере. В основном такие требования. И специалист поддержки в чаты и почту, вот Яндекс.Крауд. На самом деле от Яндекса тоже довольно много есть вакансий, где вы можете устроиться без определенного опыта, да, без квалификации. Это специалисты поддержки в чаты и на телефон. Вот. Бывает отдельная оплата труда, бывает оклад, то есть важно мониторить. Большие компании чаще всего предлагают обучение, поэтому это такой рабочий вариант. Для того, чтобы откликаться на вакансии, естественно, нужно резюме. Наверняка большинство из вас знают, что такое резюме и что необходимо там писать, но все-таки я бы хотела еще раз обратить на это внимание, потому что ошибок бывает немало в резюме молодых специалистов, и это ошибки не потому, что вы там чего-то не знаете, да, или там мы, может быть, чего-то не знаем. У меня в резюме, например, тоже были определенные ошибки, да, когда я только его составляла, и даже когда уже имела опыт работы, да, все равно были ошибки, например, по невнимательности, поэтому лишний раз напомнить, я думаю, не будет лишним. В резюме обязательно должно быть ваше имя, фамилия, дата рождения, ваш телефон и электронная почта для того, чтобы с вами могли связаться. Если, например, вам удобнее, чтобы с вами связывались в письменном формате, да, например, то если вы указываете свой номер телефона, например, это актуально было бы для слабослышащих и неслышащих, да, людей, то важно указать, как с вами можно связаться, например, в мессенджерах, в WhatsApp, Telegram, Viber, не знаю, по SMS, может быть. Вот, важно указать тот способ коммуникации, который был бы для вас наиболее удобен. И для работодателя тоже. И электронная почта, конечно, работодатели некоторые присылают предложения на электронную почту, но чаще, конечно, им быстрее связаться с вами по телефону. Имейте это в виду на всякий случай. Информация о вашем образовании, где учились, какая профессия, да, тоже обязательно нужно заполнять. И информация об опыте работы с указанием периода работы, обязанностей для каждого места работы. Что хочу сказать про опыт работы. Существует некоторое заблуждение, когда люди считают, да, что неофициальный опыт, если вы где-то работали, например, по договору или, не знаю, помогали в проекте, работали со своими знакомыми, да, и не были оформлены никак, то этот опыт работы не считается и не нужно указывать его в резюме, даже если он, допустим, был там длительным, да, не знаю, год, полгода вы работали, и при этом вы реализовывали свой потенциал, да, применяли свои навыки, но не указывайте этого в резюме. Так делать не стоит, важно указывать любой релевантный опыт. А если вы только начинаете свой карьерный путь, даже порой нерелевантный опыт тоже нужно указывать. Что такое релевантный и нерелевантный, да? Релевантный опыт — это, например, опыт, который соответствует там вашему пожеланию будущей профессии, да? Если вы устраиваетесь, например, не знаю, бухгалтером, то, конечно, вы в резюме указываете там бухгалтерский опыт, да, но если у вас еще вообще нет никакого опыта, то пишите все ваши попытки и где проходили стажировки, например, да, какую практику вы проходили во время обучения, что вы делали во время этой практики, да, каких результатов достигли, в каких проектах вы участвовали, может быть, вы совместно со своими друзьями или одногруппниками, или педагогами, да, в вашем, там, не знаю, творческом кружке, вы реализовывали какой-то классный проект, вы были, например, организатором, да, или принимали активное участие в этом, обязательно указывайте такие вещи, да, порой неочевидные, это говорит о вашей активности, и, возможно, вы как раз применяли те навыки, которые необходимы вам будут в будущей работе, поэтому важно описывать как можно больше опыта, да, вашего участия в разных проектах и, в принципе, реальной работы. И если вот нет опыта работы, да, вот то, что я сказала уже ранее о практиках, о стажировках, ищите возможности, не знаю, может быть, подработки где-то обязательно, чтобы наполнять свое резюме, когда вы уже полноценно будете искать работу, да, когда завершите обучение и выйдете на рынок труда как молодой специалист, чтобы у вас, конечно, ваше портфолио и резюме, ваша визитная карточка была наиболее наполнена. И, конечно, в резюме нужно указывать информацию о навыках и личностных качествах. Навыки
это умение, да, то, что вы умеете практически. И есть так называемые еще мягкие навыки. Чуть позже вернусь к этому. И личностные качества. Ваши личностные качества такие, как коммуникабельность, доброжелательность, не знаю, умение ответственно подходить к работе, умение выполнять работу в срок, желание и навык, на самом деле, тоже обучение, да, чему-то новому, ваше стремление непрерывно развиваться, то есть постоянно проходить какое-то обучение, получать новые знания, новый опыт в сфере, которая вам интересна, ваши интересы в том числе. Это все важно указывать в резюме, да, если вы считаете, что это будет актуально занять работодателя, да, то есть если у вас есть какие-то хобби, интересы, которые, например, вашему будущему работодателю вы считаете не нужно знать о них, да, это не актуальная будет информация, да, не то, что, на что вы хотите обратить внимание, то, конечно, указывать такие ваши интересы не стоит, но если это может где-то пригодиться как-то, да, то обязательно пишите, и нужно писать не очень много, емко, но важную информацию у вас главное не упускать. Мягкие навыки. Если мы сказали о том, что мягкие навыки, это, ой, что навыки, да, просто навыки, практически, это умение, то, что вы практически умеете делать. Например, даже, да, вспомним работу с компьютером, например, владение программой Excel, умение считать по формулам, не знаю, умение набирать текст, общаться с клиентами. Это все практические навыки. То, чему вы можете научиться, то, что вы, например, практиковали в своей работе, да, то есть что-то вот такое более прикладное. То мягкие навыки — это ваши такие вот неосязаемые, но невероятно важные умения. Например, готовность учиться, да, уже тоже об этом говорила, это очень важно. И, например, если вы пока еще не овладели какими-то практическими навыками, пока не умеете там что-то, не знаю, делать, что связано с вашей профессией, но при этом вы способны обучаться, вы легко обучаетесь или прикладываете все силы, да, для того, чтобы овладеть тем или иным знанием или навыком, да, то это очень характеризует вас, да, и это обязательно нужно тоже указать, если это к вам относится, готовность учиться, коммуникабельность, ну, естественно, да, это то, без чего не обойтись, умение общаться, умение договариваться. Если, например, вы не владеете устной коммуникацией, то важно тоже развивать коммуникативные навыки таким образом, да, удобно для вас, например, письменная коммуникация, да, быть готовым к коммуникации с другим человеком, особенно, например, проходя собеседование, да, у вас будут оценивать этот навык, и это то, с помощью чего вы можете о себе грамотно и красиво рассказать, неважно в какой форме, в письменной, в устной, на жестовом языке, например, в том числе. Пунктуальность. Естественно, да, очень важный навык, приходить вовремя всегда, да, выполнять в том числе работу в срок. Это очень ценится, и без этого никуда. Хотя такой очевидный навык, да, мягкий. Работа на результат. В любой работе есть результат. Обычно его обозначает ваш руководитель, да, но уже сейчас, например, даже если вы обучаетесь, да, вы можете практиковать этот навык, не знаю, понимая цель вашего обучения, вашей работы, да, выполняя там в том числе необходимые для конечного результата, да, шаги. Вот, вы уже практикуете работу на результат, и важно этот результат обязательно всегда уточнять у работодателя, какой результат от вас ждут, чтобы, ну, иметь представление, да, как его достичь. А работа в команде, естественно, да, и довольно очевидный навык, даже если вы работаете самостоятельно, так или иначе, вы контактируете с другими людьми. Да, поэтому работать сообща, умея распределять задачи в команде, умея и стремясь, да, например, совместно приходить к тому самому результату, это очень хороший навык, и я думаю, что во время обучения, например, да, время любой там практики, стажировки, не знаю, во время того, как вы уделяете время вашему хобби, конечно, этот навык тоже тренируется очень хорошо. И самостоятельность, ну, это вообще про все, да, касается абсолютно всего, ваши самостоятельные шаги в поиске работы, ваше умение взять на себя ответственность, да, и
самостоятельно решать некоторые моменты, да, порой сложные моменты, которые возникают на вашем пути, в любом, ну, вот жизненный путь, да, можно взять там и обучение, и какие-то ваши личные моменты, как вы берете на себя ответственность, да, как вы решаете те или иные ситуации, все это про самостоятельность, и это, конечно, необходимый навык при трудоустройстве, да, при поиске работы. Также, У меня, какие вопросы? Анна, у меня маленькое техническое объявление, что через примерно 5 минут конференция закончится. Да, я вижу, спасибо. Да, и для Юли тоже. Нужно будет просто перейти по той же ссылке еще раз. Да, Сейчас по спасибо. первой. Все, спасибо, извините. Далее поговорим про сильные стороны и как о них говорить работодателю. Сильные и слабые, на самом деле, заглядывая немножко вперед, стороны, это то, что важно знать о вас, работодателю, будущему. Сильные стороны, ну, по понятным причинам, да, почему вас стоит взять на работу, чем вы будете хороши в той или иной работе, да, и довольно сложный этот вопрос на самом деле. Не только про слабые стороны, но и про сильные тоже. И не все могут оценить свои сильные стороны, да, и правильно рассказать об этом работодателю на собеседовании, например. И вот на слайде сейчас вы можете наблюдать вопросы, которые помогут определить ваши сильные стороны. Например, за что тебя чаще всего хвалят? Можно там, да, немножко порефлексировать и вспомнить, за что же вас хвалят, да, что в вас отмечают хорошего окружающие люди, что они отмечают, и, например, записать себе, да, где-то на бумажечке. Какие еще вопросы можно себе задать самому? Расскажи про любую трудность, которую ты преодолел или преодолела, и какие качества помогли тебе с ней справиться. Вопрос, конечно, тоже не самый простой, но я думаю, если посидеть, подумать, конечно, у каждого из нас найдется сложности, да, трудности, которые мы так или иначе преодолевали, и именно то, что нам помогло, да, какое качество наше помогло нам с ней справиться, будь то, не знаю, терпимость или умение договариваться, или умение взять на себя ответственность, да, и проявить инициативу. Вот проанализируйте, да, какие были ситуации в жизни и как вы с ними справлялись. Какие качества вы сами цените в людях? Тоже важно это отметить, да, возможно, это поможет вам в том числе понять, в какой команде вам было бы проще всего работать, да, с какими людьми вы точно хотели бы работать, а с какими, наоборот, нет. И как это влияет на вас, да, то есть почему именно эти качества вы отмечаете, наверняка это про вас тоже что-то говорит. И что ты ценишь сама себе, сама в себе или сам в себе, это, конечно, тоже очень важно, отметить это, да, и понимать, как это помогает вам в решении, например, любых там сложностей и задач, да, какие у вас есть сильные стороны. Такие вопросы. Так, и, конечно, один из каверзных вопросов, который может задать работодатель, это расскажите о ваших слабых, да, сторонах или сторонах для развития, еще говорят. Тут вопрос тоже не самый простой. И кому-то на самом деле проще рассказать о своих сильных сторонах, а кому-то про слабых, про слабые стороны, да, про свои. Почему работодатель задает этот вопрос? На самом деле работодатель хочет посмотреть, в том числе, как вы оцениваете сами себя, умеете ли вы признавать в себе какие-то, ну, не знаю, недостатки, да, как вы сами видите свои недочеты, да, или наоборот, вы не видите в себе слабых сторон, это тоже о вас что-то говорит, да, например, вот, и, конечно, гораздо проще, да, работодателю иметь дело с человеком, который способен себя оценивать, да, способен там в нужный момент себя проанализировать, да, может быть, где-то корректно и правильно покритиковать самого себя, да, вот, и способен извлечь какой-то опыт, да, из ошибок, и не допускать их вновь. То есть вы, да, признаете, что это действительно было, какая-то неприятная ситуация, да, или, может быть, где вы проявили себя не самым лучшим образом, но, тем не менее, вы там сделали какие-то выводы и больше не будете допускать их.
Так, остановились мы на том, зачем работодатель задает каверзные вопросы и как на них отвечать. Ну, зачем, я уже рассказала, а вот как на них отвечать, на самом деле по-разному. Все зависит от того, что вы говорите, да, какую ситуацию приводите в пример, и, конечно, какие выводы вы из нее сделали, да. Но есть определенные там правила, да, по которым можно рассказать об этой ситуации. Конечно, заранее нужно подготовиться к вопросу, ну, о вот слабых, да, сторонах или сторонах развития. Или работодатели могут, например, спросить вас, приведите пример ошибки, которую вы допускали в работе, да, или там в обучении, и как вы справились, да, с этой ошибкой, как вы ее исправили, какие выводы вы сделали. И, конечно, вот лучше не придумать, а вспомнить несколько ситуаций, да, может быть, не то чтобы прям ошибок, но каких-то, может быть, неприятных ситуаций, которых вы в будущем точно будете избегать, да, или хотели бы избежать. Важно помнить, что работодатель также делает вам определенное предложение, да, на которое вы еще думаете соглашаться или не соглашаться. И здесь уже на этапе собеседования лучше узнать, подходите ли вы правда друг другу. Не только он оценивает вас, да, но и вы его. Возможно, он не готов вам предоставить те условия, да, которых вы хотели бы избежать, как раз-таки, да. Точнее, те условия, да, на которые вы хотели бы уже быть согласны. Например, у вас была неприятная какая-то ситуация с коллективом, да, в котором вы работали, в котором, может быть, вы там столкнулись с несправедливым отношением, да, или просто не разделяете те же ценности, что и коллеги на прошлом месте работы. Вот, и как раз можно, вот, например, какую-то такую ситуацию озвучить, и вы тем самым расскажете работодателю, да, чего вы ищете. И тут, конечно, важно, чтобы он вам мог предложить, да, то, чего вы ищете, а не, ну, абсолютно то же самое, да, например, что неприемлемо уже для вас. Поэтому это такая двусторонняя история, важно быть честным. Ну, вот это второй пункт, да, быть максимально честным, конечно, важно фильтровать информацию, которую вы сообщаете о там какой-то неприятной ситуации. Лучше не критиковать предыдущего работодателя, не критиковать, например, коллег в открытую, да, но говорить о вас именно, да, не переходить на как бы осуждение, да, других людей, которые так или иначе присутствовали, да, там, или участвовали в какой-то конфликтной ситуации или неприятной для вас ситуации. Говорите себе о своем месте в этой ситуации, да, как вы постарались, например, повлиять на ту или иную историю, да, и что вы чувствовали при этой ситуации, как могли бы ее избежать. Ну вот кто-то, например, понял, что ее избежать возможно только если уйти из компании, да, а у кого-то получилось, например, отрегулировать тот или иной конфликт, и это тоже, на самом деле, дает вам дополнительный опыт, да, определенный, и навыки там урегулирования, да, конфликтов и решения каких-то сложных ситуаций. Важно извлекать, да, из них пользу и осознавать, что они вам дают, такие ситуации проблемные. Оставайтесь позитивным и уверенным. Да, ну, это, в принципе, да, на собеседовании нужно пытаться хотя бы, да, быть уверенным. Конечно, это очень сложно и очень волнительное мероприятие, но такие ситуации, конечно, лучше проработать, пережить и не уходить, да, в какое-то тотальное там грусть или осуждение, вот, на собеседовании, да, при общении с работодателем, а вспоминать это позитивно, да, честно и как бы немного отстраненно уже от той ситуации, о которой вы говорите. И расскажите о том, как вы там работаете над собой, да, с осознанием ваших недостатков, да, может быть, где-то, или сторон для развития. Вот именно я предпочитаю, да, говорить не слабые стороны, а стороны для развития, в том числе при беседе, да, с потенциальным работодателем, потому что это уже указывает на то, да, что вы предпринимаете какие-то шаги над тем, чтобы там развить свои там слабые стороны, да, вот. Важно не только осознание, да, и то, как вы стремитесь улучшить себя, вот. Ну и, конечно, не увлекайтесь слишком много как бы слабых сторон, да, сторон для развития тоже указывать не нужно. Конечно, говорить нужно о том, что будет непосредственно относиться к вашей будущей работе, да, и уже подготовить рассказ, исходя из той должности, да, на которую вы претендуете, может быть, предполагая, да, прогнозируя, какие сложности могут возникнуть в будущей работе, да.
исходя из этого уже строить свои примеры, да, выстраивать. А, в целом, да, хотела бы сказать еще и отметить, что поиск работы важно понимать, да, что это труд, активная жизненная позиция. И вот я сегодня много рассказывала о том, как можно начать вот уже сейчас, да, не имея там каких-то совершенных навыков, определенного большого опыта работы. На самом деле главное желание, вот сколько мы работаем, да, мы работаем уже около 10 лет с молодыми людьми, которые, например, имеют ограничения по здоровью или инвалидность, или мы еще работаем с людьми с сиротским опытом. То есть это люди, которые, да, сталкивались и сталкиваются в жизни с некоторыми сложностями, преградами, в том числе в трудоустройстве. И, конечно, мотивация у таких людей может быть не очень сильная, да, у кого-то в силу там разных обстоятельств. Например, они уже долго ищут работу, да, и не достигают определенных успехов в этом, да, или наоборот, есть люди, у которых очень сильная мотивация, да, они там цепляются в любую возможность и хотят работать. То есть тут, конечно, у каждого ситуация разная, важно искать и находить поддержку и в других людях, и в себе самом, да, и понимать, что, конечно, поиск работы — это такая вот, ну, очень проактивная позиция должна быть у человека, который ищет работу, и невзирая на все сложности, действительно можно найти классное место, возможно, не идеальное, да, особенно на первых порах. Найти вообще идеальную работу очень сложно, и нужно пройти порой достаточно много разных позиций, компаний, да, чтобы найти себя в том числе, да. Иногда не понимаешь сразу, кем бы ты хотел работать, где бы ты хотел применить. Самое главное — пробовать как можно больше, находить единомышленников и людей, которые вам бы подсказали что-то, да, помогли, и я думаю, вы обязательно их найдете. И, конечно, пробовать работать как можно быстрее, да, как можно раньше начинать работать. И работа всегда дарит, конечно, кроме опыта, да, кроме там материальной какой-то приятной составляющей, конечно, и новые знакомства, и классных людей, особенно если эта работа откликается вам ценностно, да, вот про что я говорила, например, при выборе компании, да, при выборе должности вы можете идти в те компании, которые вам, ну, внутренне откликаются. Это очень важно, находить работу по душе. Вот. И поверьте, таких вариантов, я думаю, вы можете найти довольно много. Сейчас компании стремятся быть открытыми, лояльными, инклюзивными и расширять, да, свои горизонты. И людей на самом деле можно найти везде прекрасных. Вот. Главное — искать, не отчаиваться. И сейчас бы я хотела показать небольшой видеоролик. Это одна из множества историй успеха кандидата, который обратился когда-то к нам за поддержкой в трудоустройстве. Это кандидат с инвалидностью, который работает в крупной компании уже не один год. Так. Для нас это было не очень привычно, поскольку в коллективе работают только девушки-женщины. В нашем случае канцелярия – это не только про работу, но и про общение. Очень много народу находится в одном помещении целый день, очень много посетителей. В мои обязанности входит введение электронной документации. Также я выполняю отдельные поручения руководителя, сканирование документов, которые поступают в канцелярию. На этапе собеседований стало понятно, ну, это было, собственно, требованием, что Алексей обладает компетенциями необходимыми, он знаком с компьютером, хорошее впечатление очень произвело с человеческой точки зрения, общительный, интересующийся. Было понятно, что у него есть мотивация, это очень важно, что он хочет работать, ему интересно работать. Адаптировался Алексей довольно быстро. Во-первых, он сам прикладывал очень много усилий и очень старался. Ну и, во-вторых, ему помогали сотрудники его отдела, его непосредственный руководитель. Они помогали ему
плавной адаптации, заботились о нем, да, старались здесь, чтобы ему было комфортно, постепенно давали задачи, очень ответственно подходили к процессу обучения, вложив усилия в первый месяц или чуть там больше работы, потом получили очень хороший результат. Вот, и Алексей довольно быстро вжился в компанию. Мы начали работу с работы AI года два назад. На самом деле, это то, чего мы давно искали, то есть некого посредника между теми людьми, которые пытаются найти работу, и работодателем, который, может быть, иногда не так внимательно смотрит на рынок труда. Работа AI помогает людям поверить в себя, самое главное, и построить этот диалог между будущим сотрудником и работодателем. Где-то мы изменили состав работ, разделив там более сложную работу на более простые работы. А где-то мы просто были внимательно посмотрели на кандидата, понимая, что, в принципе, человек берет и работает. Кандидаты к нам могут приходить разные, с разными навыками, с разными возможностями, с разным опытом, либо вообще его не имея. Но залогом успеха является высокая мотивация кандидата. Мотивация у ребят, у которых есть какие-то ограничения, она даже больше, чем у людей, которые просто пришли с рынка. Потому что там есть какая-то расслабленность, там нравится компания, не нравится компания. А здесь человек вцепляется в этот шанс, и он вкладывается на все 100-120%. На работе мне нравится упорядоченность действий на рабочем месте, отношения в коллективе, отзывчивость коллег. Мне дают советы коллеги, я к ним стараюсь прислушиваться и действовать в соответствии с ними. Инклюзия важна для нашей компании, потому что этот подход отражает мировоззрение сотрудников нашей компании, это отражает наши ценности. Я сторонник идеи инклюзии на всех уровнях. До недавнего времени в нашем обществе этому уделялось очень мало внимания, и поэтому нам всем так сложно сейчас с этой идеей уживаться. Здорово, что и на законодательном уровне эту инициативу так или иначе поддерживают, и что есть компании, кто помогает трудоустраиваться людям. Я очень надеюсь, что эта работа будет продолжаться, и проект «Работа AI успехов», чтобы как можно больше подопечных удалось устроить на работу, как можно большему количеству подопечных удалось помочь. Это здорово. Для меня работа важна, потому что это стимул к самосовершенствованию и возможность получить хорошее общение. Вот, собственно, такая история успеха. На самом деле всегда очень приятно видеть именно, что ребята наши, да, кто обращается и находит свое место работы, получают сами от этого что-то классное, вот, и там какую-то материальную самостоятельность, да, и возможность помочь даже своим близким и реализовать какие-то мечты, свои желания, получить классный коллектив. Вот, кто-то остается там на небольшое количество, там, на небольшой промежуток работы, да, получает опыт и идет дальше. А кто-то остается в компании работать много лет и приобретает свою такую семью, да, классную команду и способен становиться дальше в такой вот теплой обстановке, развивать свои навыки, профессиональные качества. Вот, и, конечно, это, ну, не может не радовать. Вот, на самом деле у меня... На этом все. Я очень надеюсь, что кому-то информация, которой мы сегодня коснулись, очень, на самом деле, коротко, может пригодиться. Вот. Работать может каждый, да, и самое главное желание. Вот, возможность это найдется. Если есть соискатели из Санкт-Петербурга и даже из регионов, да, кто хотел бы узнать побольше о нашем проекте, получить возможность работать, да, с сопровождением, вот, приглашаем вот по QR-коду перейти. Будем рады познакомиться и как-то посодействовать, помочь вам информационно, да, или, может быть, даже найти вакансию и компанию, в которой вы могли бы устроиться, начать свою карьерную
карьерный путь. И если есть какие-то вопросы, может быть, вот или сейчас можете задать, или оставить, может быть, да, там в комментариях или организаторам написать, и мы могли бы ответить на них и как-то помочь оставаться с вами на связи. Спасибо. Юля, у тебя есть вопросы? Да, и у меня вопрос, а как можно связаться с вами? Я вот ищу работу. Юля, спасибо. А скажите, а откуда вы? Я из Петербурга, ну, Санкт-Петербург. Вы из Петербурга. Смотрите, а вы можете перейти вот по QR-коду с устройства или нет такой возможности? Не, я с телефона, мне как-то не очень удобно. Я могу. Да, я тогда, наверное, возьму как раз коррекционную роль. Я перешлю тогда Ане контакты Юли, Юле контакты Анны. Да, спасибо. Хорошо, да, спасибо большое, Александра и Юля, да, будем рады пообщаться, напишите или позвоните нам, ну или Александра, если передаст ваш контакт, я вам напишу. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое всем.